Сегодня что-то никто вставать не хочет, я смотрю, рано. Я уже успел твои дрова перепалить. А ты в 5 встал? Еще не зашел, вот солнце там встало. А сейчас оно вон. Рассвет видел. Рассвет видел. Какой человек видел рассвет? Вода закипела. Вон булькает, смотри. Тут уже вода закипела, какая камера? Ой, кипит. Сейчас она в ютубе. Кипит в пластиковой бутылке. Да что там уже все, уже кому не лень, прокипятили эту воду в бутылке. На камеру, да? На камеру, да, и снимали. Не, мы тоже кипятили, у нас тогда камеры не было. И мы ее, кстати, не специально кипятили. Вы победите. Подожди, я попал. Так куда подожди, уже время пошло. Давайте взяли, понесли, бегу. Важен какой эксперимент? Аккумуляторы садятся. Важна только энергия. Куда я выкинул? Ну смотри, какие пушки. А мне тоже, знаешь, вот эта вот штука укусила. Которая с этими зубами. Что? Где? Что? Мой дом в Киеве. Мама и папа тоже ездили в Киев. Да, это очень далеко от Харькова. От Харькова до Киева очень далеко. А Полтава далеко? Полтава? Отсюда? Не знаю. Не знаю. Далеко. Далеко? Давайте, отплывайте. Без 10. 12. Не готов главный член команды. А. Андрюша, нет, без листья. Господи боже мой. Я уже взял, смотри. Андрюша, у тебя еще минута 30 секунд, чтобы в 12 отплыли. Что делаешь? Он на абордаж бил. Ну что, садитесь. Ника, бери. Что бирать? Вот это? А маме подашь конфеты, да? Я хочу, чтобы они у меня стояли. Ну ладно. Мама тебе, наверное, не разрешит это, что, знаешь, мама. Мама, пожалуйста. Мама за конфеты. Но я тебе буду давать конфеты. О, чудо. 11.52 на воду сели. Сейчас поплывем. Камера уже вся черная. Ну вообще и так черная. Это стоянка наша номер 2 получается. Да, у них номер 3. Mm?
Это Буймеровка уже? Вон там домики. Проходите вы, а мы... А что там, бревно? Руль надо поднять. Бревно поперек лежит? Да. Вот так вот случаями вот так. Андрюш, держи. Что? Там можешь не тыкаться, там ничего не делает. Но это не совсем родник, получается. Отсюда течет. Такая заводь и стекает отсюда вода. Да, раньше там это купола не было, такие развалины. Молодцы. Восстановили. Это Журавная. Мы приплыли в Журавное 14:33. Слева мост Журавный. Мы входим слева. Слева там проход. Вот церковь. Сними меня. Не совсем то же самое. Она не любит собаку. Котика или собачку там? Пляжик. Разруешь не ко всю стоянку, палатку не будет ставить. Давай, Ника. Синее яйцо. Еще одно синее яйцо. Ой. Химия потекла на землю. Сегодня у нас и красное яйцо. 4 мая 2013 года. Светлое Христово воскресенье. В преддверии. Яйца на природе. Красную и синюю. Такого цвета получше какого-то, по-моему, ни красного, ни синего. Надо было белые брать. А других не было. Одно и то же синяя зараза. Совсем. Сейчас, подожди, сейчас мы сюда выложим. Классное. Красное. Классное, красное. Кто это? Смотри. Какая сказка. Репка. Репка, видишь? А это? Детка за бабку, бабка за детку. Яички разбили.
про Машу и медведь. А это про Машу и медведя? А это про кого? Сейчас. Тут это. Праздник. Христос воскрес! Все, ты наблюдаешься. Давай, ну, хватит, наверное, уже. Ну, красота. Дядя Баня. Дядя Ваня. Дядя Веночка. Привет. Ку-ку. 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 Я закроюсь, а то меня найдут. Тихо, тихо. Ой. Эй, не толкайся ты уже. Я боюсь, если сильно катать. А сколько они вдвоём? Адриша, сколько ты весишь? Много. 20. Угу. Больше.